Всем хаюшки, с вами Александр, это канал Аймбот, и сегодня мы с вами поиграем в Герои Шторма. Даже не поиграем, как обычно, откроем просто контейнерки, посмотрим, что там выпадет. Будем надеяться, что выпадет легендарное какое-нибудь экипирование, легендарный шмот, да, легендарный скин, можно так сказать. В принципе, без разницы, по-моему. Все это правильно. Как не называйте. Один редкий всего контейнерок и 20 обычных контейнерков. Немножко побольше, чем в прошлое видео открываем, но и будем надеяться, что немножко побольше здесь вкусного и выпадет. И давайте приступим. Сразу открываем, не будем затягивать. Смотрим, что две редких у нас падает. Почему бы и нет? В принципе, неплохо. Давай. Я же жму все. Так, облики, забираем их, потому что, в принципе, это неплохо, у меня нет таких обликов, поэтому мы открываем дальше, смотрим, что здесь также выпадают две редкие, окей, вот этого всего у меня нету, но пусть будет, потому что переигрывать это стоит денег и эпик, да, выпадает. И не факт, что там выпадет что-то нужное, что-то полезное, что-то хорошее. Давай, жму же на тебя. Пойдет. И... эпик, да. Тем более, что у меня такого нету. Также забираем. И это эпик. Не стоит сорить эпиками и легендарками, которые выпадают. Ну, я так думаю, не знаю. Вы можете со мной не соглашаться. Ну и одна редкая. Седогриф. Что же с тобой делать, Седогриф? Ну давайте попробуем перекрутить. Давайте попробуем просто ради интереса. Две редких. Две редких — это хорошо. Еще главное, чтобы не было таких у нас. Да, нету такого экипирования. Нормально забираем. В принципе, хорошо, что мы переиграли. Дальше. Вообще нету ни одной редкой. Обычный просто дубликат. И нет, давайте попробуем переиграть хотя бы что-то редкое. О, эпик даже, и две редкие. Вот так вот уже гораздо интереснее, гораздо лучше. Даже если сейчас выпадет какой-то дубль на эпике, ну и ладно. Нету дубля, нету, в принципе, хорошо. Мне пока нравится открытие. Опять эпик. Эпик, это классно. Осколочки тоже хорошо. Что у нас здесь? Помощница шерифа Вала, да, нет у меня никакого, по-моему, такого костюма, и, в принципе, это классно, мне нравится, легендарочку только еще хотелось бы, и, в принципе, был вообще норм. Так, нет, это мы не берем, давайте переиграем, две редких — это лучше, чем просто одни, обычные, простых много, светик, на светик у меня нету, ну и транспорт, в принципе, есть. Забираем, потому что светика у меня вообще ничего нету. А, так, здесь одна редкая. Что тут у нас? Ну, блин, даже не знаю. А, ладно, заберем вот это. А следующий мы, если так выпадет, то мы попробуем прокрутить. Вот эпик выпал, отличненько. Эпик — это норм. Эпик — это хорошо. А, эпический, да, давайте заберем. Лимин. Нормально. Так, редкая. Хотя у меня там легендарка на нее есть, в принципе. А, так, и как я и говорю, что мы это переиграем, если выпадет одна редкая. Ну, давайте смотреть. Ну, и опять же, одна редкая. Поэтому я вот и говорю, то, что не факт, что ты переигрываешь, и... это кто? Это опять светик? Ну, давайте заберем светика. Теперь у нас сегодня светик выпадает, и это нормально. Потому что переигрывать это и дороже потом, чем дальше. Прокручиваешь конь белый. Блин, ну ладно. Ладно. Дальше. Да что же по одному редкому-то выпадать стало-то? Еще и дупликат здесь. На зарю. Есть ли у меня что-то на зарю? Я не помню, если честно. Давайте переиграем, посмотрим, может, больше повезет. Нет, больше точно не повезло. Всякая фигня. Давайте еще раз переиграем. Да что это такое? Одна редкая. Блин, ну, вот что это такое называется? Что это такое?
Ну, есть у меня такой. Забираем. Забираем. Крутили, крутили, денег потратили и ничего норм не получили. Вот, в принципе, когда редкий выпадает, можно оставлять. Вот когда выпадает просто беленький, вот эти обычные, то лучше тогда перекручивать. Мой совет. Мой совет уже по видимому опыту, который произошел. Эпик, эпик, это хорошо, это норм. Эпический транспорт. Золотая гордость дрессировщика, блин. Ну, честно, я не видел ни у кого такого транспорта. Ладно, посмотрим, что это такое. Ну, я посмотрю, вам-то, наверное, не буду показывать. Вам-то, наверное, не интересно. Просто сам эффект открывания, дубликат. Мурадин. Давайте попробуем прокрутить дубликат. Не особо клёво. Блин, ну, вот видите... Прокрутили и вообще всякое такое выпало. Ладно, не будем тратить деньги. Попытка была попытка. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Открыть, не надо нам покупку. Редкая снова выпадает нам. Забираем. Забираем. И остается не так много контейнерков. Все быстро происходит. На самом деле контейнерки... копятся гораздо дольше, как и везде. Всяческие ништяки такие копишь, копишь, а потом все раз и за раз все открывается махом, быстренько, там в 5 минут и уже ничего нету. А ты только вошел во вкус. Так, транспорт, осколочки, забираем. 1070 осколочек, надо 1600 на легендарочку, чтобы открыть. Я даже не набил сегодня столько, и вообще легендарки не выпали. А зато много, в принципе, выпало эпиков. Эпиков довольно-таки много у нас, что не может не радовать. Ну, да. Да. Да, вот она легендарочка, ребятки, вот она. Горит золотом просто, просто горит и манит ее открыть. Что у нас здесь? Ну, неплохо, неплохо. На диву, в принципе, новый персонаж, и сразу же выпадает легендарка. Это классно, у меня даже такого пока бойца и нету. Ну, это стоит задуматься, чтобы его приобрести, наверное. Не знаю, потому что у меня там есть еще на другие бойцы тоже легендарка, а бойцов у меня таких нету. Вот. Смотрим, что у нас здесь. Здесь, ну, блин, обычный какой-то такой редкий, нередкий. Давайте попробуем переиграть. Ну, что ж такое? Из редкого и всего одна редкая. Ну, две, ладненько. Как, в принципе, можно сказать, стандартный, хороший контейнерок. Блин, граффити какое-то редкое, анимированное. Ну и, в принципе, вот так вот. В принципе, вот так вот. Забираем все это. Что можно сказать? Можно немножко, конечно, в коллекцию зайти посмотреть. Посмотреть, что следующее у нас выпало интересного. Это транспорт, который мне интересовал. Ну, транспорт они, вот они. И у нас животные, что-то добавилось новое, да, вот этот вот. Гордость дрессировщика. Как он выглядит, просто посмотреть. Ну да, лев. Такой вот. Такой вот лев. Не знаю, не знаю, как это он такой себе. Вот мне, по мне, так вот это гораздо кабанчик поинтересней. Ну, у меня его и нет. Ладно, возвращаемся. Что смотрим мы еще есть? Легендарки там выпадали какие-то у нас. Облики. Облики. Абатур выпал. Выпал у нас вот такой, да, наверное. Ну, наверное, нет. Хотя не знаю, без разницы. Что-то выпало, не вижу, что только. Наверное, вот этот все-таки. Потому что этот стандартный какой-то. Вот. А может нет, не стандартный. Так, помощница шерифа выпала, Вала. Но у нас, в принципе, тоже есть вот такие вот неплохие костюмы. Вот такие, да, то есть... Мне они тоже нравятся, охотники вот эти вот, истребительницы. Ну, это тоже в норму, это тоже неплохой. Так, эпический, на диву выпал эпический. На самом деле у нас два новых костюма, это вот такой выпал получается сегодня, да, я на самом деле чуть не обращал внимания. Или может раньше он выпадал. И вот такой выпал. Зубастый Голиаф, дива. Норм. Неплохо, прям неплохо. В принципе, более зеленый, да, а этот получается у нас, ну, в принципе, они очень-очень похожи.
очень похожим. Ну, вот этот с красным, да, сзади. Хотя тут тоже такой же. Да, они практически какой-то голубоватый, это такой более зеленоватый, по-моему. Вот. А ты что такая? Что за девица, не помню. Темненькая, да, такая? Ну, тоже ничего, такая, в принципе, нормальная. Зачетненькая. Окей. Окей. В принципе, вот и все. На сегодня открытие закончено. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Также подписывайтесь на канал YouTube, тыкайте на этот колокольчик, чтобы не пропустить видосики последующие по разным всяческим играм. И всем до встречи, всем пока.